По словам министра строительства, недельный план был выполнен не полностью. 10 марта чиновники вручили лишь 14 из 18 ключей жителям Суоярви. Отчет о строительстве нового жилья в Питкяранте оказался более абстрактным. По Питкяранте у нас были сданы на регистрацию 9 числа документы, и в рабочем порядке сейчас будет проведена регистрация, тоже начнется выдача ключей. Дмитрий Сергеевич, мне начинает надоедать каждый раз говорить одно и то же. Что значит идет в рабочем порядке, будет начинаться? Даты? Даты. На следующей неделе будет произведена регистрация и начнем выдавать ключи. Как выяснилось во время заседания, компания «Гидрострой» до сих пор не сдала в эксплуатацию тепловой узел. Люди, которые получат ключи на следующей неделе, рискуют вселиться в неотапливаемые квартиры. Министр пообещал разобраться с этой проблемой к следующему заседанию, которое пройдет в карельском правительстве в пятницу.